Вот я и стою у поворотной точки. Может быть, я делаю глупость. Буду жалеть потом. Но так или иначе, а выбор сделан. И все-таки невольно оглядываешься назад. Три слова всего, а сколько за ними? Пожалуй, это началось, когда я пытался разыскать Глеба. Связь. Ему пришлось лезть на эту проклятую насыпь вслед за проводом. Мы, как слепые, искали место обрыва. Я обещал ему тогда. Не может быть. Нет, а усы-то, усы! Вернулся. Вернулся. Целый. Целый. Ну, садись. Возмужал. Ну, опять ко мне в аспирантуру. А электронику, небось, забыл. Может, дать другую какую тему, а? Полегче. Другую. Я теперь над определением мест повреждений раздумываю. В линиях передач. Ого. Орешек из крепких. Да, орешек оказался крепким. Послушай, дорогой, когда же ты найдешь это повреждение? Так ведь ищем же, ищем. В кабеле 2 километра, разве сразу найдешь, где он пробился? Вы понимаете, у нас цехи стоят, мы программу срываем. А это вы нашим измерителям скажите. 2-й час колдуют. И тут люди мучились. И перед ними я был в долгу. Постыдное чувство собственного бессилия. Нужен был новый способ. Способ точно находить повреждения кабеля. И вот, наконец... Радостные это были проводы. А ведь казалось, все хорошо. Я удачно защитил диссертацию. Да, а я думал, что вы будете моим преемником в институте. Я понимаю. Я вам обязан всем, что знаю и умею. Я не могу иначе. Если мне действительно удастся сделать локатор, так только там, в энергосистеме. В их лаборатории. Я не мог поступить иначе. Семейное положение. И тут вмешалась война. Разлюблю никогда, думал каждый из нас. Старая песня. За письмо от нее я тогда, не задумываясь, отдал бы жизнь.
Но Рита перестала писать. И вот только совсем недавно... Здравствуй, Андрей. Ну вот и встретились. Ты давно в Ленинграде? Почему ты перестала отвечать на мои письма? Так вышло. Мне казалось, что ты это просто так. Что ты не любишь меня по-настоящему. Это я-то не любил тебя. Теперь-то я все понимаю. Ну что ж, наслаждайся своей правотой. Андрей, ну как мне? Замолчи. Хорошо. Анкетные данные в порядке. Какой есть? Да. Угу. Ну, все, все, все. В 9, да. Ну что, и вам он учинил экзамен? Форменный. Весьма сокрушался, что я тензорное исчисление позабыл. А мне это исчисление нужно для моей работы как компас. Вагоновожатому. Ну, вам не нужно, зато ему нужно для его локатора. Нет, прямая Константина не лучше было. Еще вы. Майя Константина без претензий. Она была удобна, как английский король. Царствовала, но не правила. Ну, язык у вас кривит. Удивляюсь вам. Извините меня, Майя Константина. Строго говоря, ну как бы вы могли наладить лабораторию при наших задубелых порядках? Что вы думаете о Лобанове, Кривицкий? Неспровергатель. Арсений кончает одним из двух вариантов. Либо смиряются, либо плюют и уходят, оставив всех у разбитого корыта. А жаль. Глоточек свежего воздуха нам бы не повредил. Да-да, все оборудование в соседнюю комнату. Начинаем перестройку с кабинетов. Да, с кабинетов, товарищ Борисов. Мне нужно, чтобы ведущие инженеры думали, не зажимая уши. Ну зачем? Хоть убейте, не понимаю. Вы же слышали. Начинаем новую жизнь. Но в одном он действительно прав. У нас не лаборатория была, а медбытремонт какой-то. И вы серьезно верите, что мы больше не будем ремонтировать приборы? Не будем. Лобанов не велел. И Долгин, по-вашему, это допустит? Он этим ремонтом всех директоров станции за горло держит. Осьминог! Тише.
Мозгового трясту, привет. Что это у вас за переселение народа? Напрасно приехали. В ремонт больше не берем. Ну-ну, старый шутник, я вам самописца привез. И попрошу срочно. Что тут у вас происходит? Срочный ремонт, самописцы. Я же запретил, товарищ Кривицкий. Позвольте, но ведь вы же обязаны. Новиков, к телефону. А зачем мы оставили? Держи так, здравствуйте. Сейчас я вызову такелажника. Скажите, вы русский язык понимаете? Поддержите, Борис. У меня же записка от Долгина. Сумасшедший дом. Привет. Ага. Вот это да! Помогите, пожалуйста. Сейчас. Ну, прости, скажите, Кривицкий, вам не совестно возиться с ремонтом. Попробуйте дать краснодеревщику тесать бревно. Куда он вас пошлет? А ведь вы же инженер, черт возьми. Эх, Андрей Николаевич, спорить с Долгиным — это все равно, что плевать против ветра. Выше. Повыше. Так. Выше, выше. Повыше, повыше. Так. Вот так. Так, хорошо. Приветствую, Виктор Григорьевич. Ну что, нового в министерстве? Успешно съездили? А когда я ездил неуспешно? Там даже мыслят другими масштабами. Вот то, над чем мы с вами бьемся годами, они решают в 5 минут. Просто зависть берет. А как там растут люди? А, вот такая работа может принести истинное удовлетворение. Простите. Ну? Катя? Да. Вас, товарищ Долгин. Ну, что я говорил? Война началась. Да. А почему мы должны заниматься ремонтом? В плане работ такого пункта нет. Приказываете? А если вы мне прикажете в лаборатории гусей разводить? Возможно, возможно. Я пришел сюда работать, а не с вами срабатываться. А он, кажется, не шутя хочет перевернуть мир, невзирая на технику безопасности. Товарищ Долгин! И не перебивайте, когда с вами говорит начальник. Странно вы начинаете, товарищ Лобанов. С какой-то анархии. Это я подчеркиваю не только как заместитель начальника техотдела, но и как заместитель секретаря парткома. Понятно? Советую подумать, товарищ Лобанов. А это какой Лобанов? Новый начальник лаборатории. Кандидат наук какой-то там. Андрей Николаевич? Да. Виктор Григорьевич, здравствуйте. Опять вы здесь. Вы знаете, я нашел решение. Удачно, и клянусь вам. Если вы отпустите небольшую сумму... Вы же и раньше мне клялись. Ну, ручаюсь вам. Ну, так же нельзя. Если есть какие-то недоделки, сразу отвергать. Сразу? Мало я вам давал денег. Виктор Георгиевич. Ну, послушайте, товарищ Ленин, есть какие-то границы. Государство — это не кормушка для бездельников. Вы меня называете бездельником? А кто же вы? А почему вы здесь в служебное время? Почему не на станции? Я же пробовала. Я вам покажу копии докладных. Плохо пробовали, Майя Константиновна. На побегушках у Долгина были. Во что вы превратили лабораторию? Все. Потапенко его сейчас расщепит. Ты
Слышал, вымахал высоковольтную мачту. Это мой институтский товарищ, прошу любить. Ну, пойдем. Как же это можно? Где Питер? Жить в одном городе. Я сейчас не могу. Я же требую. Когда дела? Я сейчас покажу. Самим Потапенко целуется. Вот почему он такой смелый. Ну, а защитил удачно? Да, в общем. Танков только один возражал. Ого. Танков — это сила. А почему? Да ну его. Ну что, говори, говори, в чем дело? Он у меня, понимаешь, намекнул, что даст мне хороший отзыв на мою диссертацию, если я его потом в соавторы приглашу, понял? Юрий Ильич? Неужели? Слушай, мы же его хорошо знаем. Да ловкач. Да нет, ты просто не так его понял. Он, вероятно, хотел помочь тебе. Конечно. Ну да, вот как я этой Кирке помогаю. Как странно, правда? Здорово. Здравствуй. Ну а где ж ты собираешься сотворить этот твой локатор? Ну как я? У вас в лаборатории. У нас? А кто же за тебя руководить будет? А чего там руководить особенно? Народ неплохой подобрался. Справлюсь. Так-то оно так, конечно. Только без талантливого руководителя все это пшик. Ой, дружище. Руководить — это тебе не приборчики мастерить. Тут, брат, ты змеей будь и львом, а иногда и двутавровой балкой. Ну, не выйдет, уйду. Этот тип также в общежитии свистел, когда какое-нибудь трудное место в учебнике попадалось. Ну ладно, ладно. Я ж тебя, черта длинного, все еще люблю. Создадим тебе условия. Создадим? Создадим. Сиди. Изобретай. Дьявол. Я так и надеялся. Обалдел, честно слово. Алло? Тебя это твой Долгин. А? Кирилл Васильевич? Угу. Что, что? Рейнгольд? А жалуется, да? Смотри, что у меня сохранилось. А вы его гоните. Какие мы были молодые и глупые. Рита приехала, ты знаешь? Это так непонятно, что вы не поженились тогда. Я ее видела. У нее муж, дочка. Вот жук. Изготовил никудышный автомат, еще жалуется. Ты поручи-ка там кому-нибудь своим инженерам, пусть составят заключение. Звонить. Думала, ты не приедешь. Я у Виктора был. Хорошо они живут. Да, им повезло. Куда пойдем? Не спрашивай. Ни о чем не спрашивай. Куда ты меня ведешь? Чем мерзнуть на улице, посидим лучше у моей подруги. Она уехала и оставила мне ключ. Осторожно, ступеньки. Отвечает тот, кто разрешает. Кто отвергает, не отвечает ни за что. Я эту чиновничью повадку знаю.
Потапенко чиновник. Да он прежде всего отличный инженер. И если он говорит, что автомат этого Рингольда не к черту, поверь... Мало ли, что он говорит. В общем, я жалею, что поручил вам заключение. Рано жалеете. Видите, вручную. Ведь это же средневековье. Автомат Рингольда тут до заряда нужен. Это еще не говорит, что он хорош. Ну вот, собственно, и все. Все устройство. Интересно. Чертовски интересно. Вы так думаете? Нет, не все еще решено, прямо скажем. Но главное найдено. И перестаньте волноваться. Тут какое-то недоразумение. Хорошенькое недоразумение. Человека из начальника цеха в помощники двинули. В награду, так сказать. Ну, не говорите глупости. Потапенко! Зачем он уж и так? А где он? Спасибо. Едем. Он на Комсомольской. Нет, что вы. Товарищ Потапенко будет недоволен и... Да он 5 минут все решит. Поедем. Ты, может, своего директора и хитрей, а меня ты не хитрей. Я, брат, тоже умею начальству вкрутить, а? Держи. Жонке привет. Спасибо. Ты чего явился? Понимаешь, Виктор, поразительно ловко. Знакомьтесь, мой однокашник, новый начальник лаборатории. Что ловко? Как красиво решил задачу. Лобанов. Рингольд, я тебе скажу, такая голова. Ты, собственно, о чем? Да автомат Рингольд, неужели забыл? Эх, Виктор, что у тебя в отделе творит? Ты ж форменный двигатель. Послушаю. Ты просто не разобрался в схеме Рингольда. Он тебе сам объяснит. Товарищ Рингольд. Зачем ты привел этого прожектера? Я ему отказал. Ты же сам просил дать заключение. Да, о том, что автомат не пригоден. Да ты ошибаешься, Виктор. Послушай. Ты занимайся своим локатором и не суйся в мои дела. Я давно уже не ошибаюсь. Вышел из этого возраста. А как у вас дела со спецодеждой? Рассердился? Теперь он меня совсем прогонит с электростанции. Погодите. У меня ведь семья большая. Извините. Знаете что? Идите ко мне работать в лабораторию. А? Это уже пахнет линией на подрыв, на раскол. Кого? Чего? Вы что же? Да ну, сда. Не понимаете, зачем Лобанов взял к себе Рингольда? А. Это же демонстрация. Спасибо. Это ж... Полюбуйтесь, мол, тех отдел отверг, а мы взяли к себе Рингольда. Следовательно, в тех отделе сидят перестраховщики. Что вы, собственно, мне предлагаете? Лобанов под вас копает, а вы спокойно смотрите. В конце концов, лаборатория подчинена вам? Сами разберитесь. Один в темноте. На огоньки смотрел. На огоньки? Угу. Ты во мне с детства. Люблю огоньки. Может, потому и электриком стал. Почему ты так поздно, Ри? Давай поженимся. Уйди ты от него. Возьми дочь и уходи. Алло? Почему мы должны так встречаться? Познакомились? Ну, а ты была в розовеньком?
Дарминка. Но я же тебе говорила, надевай лакиши. Что, любишь его? А сколько он получает? Ну, как ты можешь спрашивать об этом? Нет, Рит, ты отвечай. Слушай, Андрей, брось, не надо. Перестань мучить себя. Подари мне этот вечер. Хорошо, я подумаю. Чудненько. Я обещаю тебе. Вот, Стив. Ах, сейчас я мы быстренько заменим. И сразу станешь ты у нас покладистей. Вон там. Там это район. Автомат рингода заканчиваем, а здесь схему локатора собираем. Так. Уж он найдет, к чему придраться, этот КВД. Как ты сказал? КВД? А вы не слышали? Это его так Кривицкий прозвал. КВД. Казенщина, вероломство, демагогия или Кирилл Васильевич Долгин? Кто здесь сидит? Новиков. Так. А это что у вас за бутылки? Не такой уж горький я пропоится. Ессентуки. Вы эти неуместные шуточки оставьте. Здесь у вас посетители бывают, профессора, и вдруг бутылки. Творческая атмосфера, так сказать. А политика воспитательная работа явно отсутствует. Политика воспитательная. Вот именно. Ни одного плаката, ни одного лозунга. А людям иногда надо напоминать об основных задачах. А вы что, для вас все задачи решены? А почему вы до сих пор не утвердили расходов на автомат Рингольда? Пройдемте в ваш кабинет. Да нет, зачем же? Этот вопрос нас всех интересует. Товарищи, пройдите сюда. Кто вам разрешил делать этот автомат? Его нет в плане. Мы его делаем в счет будущего плана. А где это сказано, что вашу тематику утвердят на техсовете? Утвердят, Кирилл Васильевич, утвердят. Мы скоро выложим результат. Странные у вас слова на вам позиции. Не государственные. Будут или не будут, результат это, знаете, еще гадательно. Что же вас заставляет гадать? Вы не гадать, а знать обязаны. Что? Какой же вы руководитель, какой же вы инженер, если вам приходится гадать в вопросах техники? Вам это так не пройдет. Мы еще в другом месте поговорим. Пойдем. Нет, Виктор. Ну что, так и будем дуться друг на друга? А мне на Васильев. Я подвезу. Садись. Садись, садись. Ну зачем ты обидел Долгин? Ведь это же... Вот он теперь требует, чтобы тебя сняли. Полюбуйся. Точка! Не было никакой докладной. О, Витька, Витька. Да, о плане лаборатории. Ну ты же наворотил. Всех втащил. Зачем тебе столько? Чтобы людям интересно было работать. Так ведь не вытянешь. Давай возьмем из плана главное. Твой локатор. А то смотри, как бы на техсовете план целиком не загремел.
Как прожектерство. Убедил? А как же Рингольд? А Кривицкий, Новиков? Пойми, ведь все они вложили в этот план свое заветное. Ну ты хоть Рейнгольда-то вычеркнул. Да как же я могу? Ну что ты, Виктор? Не можешь, и ладно. Что за счет? Ну как, по-вашему, план солидный? Угу. Прошу вас, Дмитрий Алексеевич. Юрич, познакомьтесь, это наш главный инженер. Очень рад. Танков. Мой коллега, прошу. Маронин. Разве Танков член нашего техсовета? Что вы? Это такая удача, что профессор согласился приехать к нам. Да? Я очень рад. Я хотел спросить. Это ты пригласил Танкова? А что за допрос? Ты же знал, что он набивался ко мне в соавторы. Как же ты мог? Ведь он сейчас будет придираться к каждому моему слову. Ты вносишь слишком много психологии в служебные отношения. К черту! Хватит с меня этой мышиной возни. Уйти хочешь? Пожалуйста, это будет самое разумное. Дмитрий Алексеевич, начнем? К административной работе ты явно не приспособлен. Прошу вас, товарищ. Фикция, а не план. Как, впрочем, и вся теперешняя работа лаборатории. Вместо того, чтобы заботиться о нуждах производства, Лобанов возится со своим сомнительным прибором, которым, кстати сказать, он занялся совершенно самовольно, очевидно, для того, чтобы написать очередную научную работу. Класс! Критику надо любить. Злоупотребляя своим служебным положением, Лобанов... Товарищ Долгин, мы здесь сегодня разбираем не поведение Лобанова, а план. План! В заключение предлагаю заслушать ценное мнение профессора Танкова. Мы будем очень рады, Юрий Ильич. Мне не хотелось бы полагать, что товарищем Лобановым движут какие-то низменные мотивы. Но будем надеяться, что имеет место искреннее заблуждение молодого ученого. Говорю заблуждение, поскольку нужную точность получить на локаторе теоретически невозможно. Я бы рекомендовал совершенствовать существующий метод и дополнить его новыми разработками, моими. Мы создавали этот метод на основе традиций русской науки. Мой институт согласен взять на себя доведение этого метода в содружестве, конечно, с вашей лабораторией. Так как же, Андрей Николаевич, существующий метод, на котором так настаивает профессор Танков, непригоден. Латать и штопать эту старую рухлядь я не намерен. Жаль, что Андрей Николаевич отказывается. К счастью, у нас есть выход. Молодой талантливый инженер нашей лаборатории Майя Константиновна Устинова горячо берется за это исследование. Я думаю, что мы всячески поддержим ее инициативу. Ну что же, я вынужден подчиниться. Но только одно. Автомат Рингольда все-таки придется включить в план, несмотря на все возражения Потапенко. Правильно. До каких же пор вручную шиберами орудовать? Разрешите? Не надо, все ясно. Чего вы здесь? Да вот хотелось бы узнать результат. А? Пожалуйста. Наш план забракован. Приказано чинить и паять по-прежнему. Как видите, наобещал я вам 3 короба. А ничего не вышло. Андрей Николаевич, а локатор? И локатор
под откос. Да, забыл сказать. Наш автомат Рингольд все-таки удалось отстоять. И в эту минуту он все-таки вспоминает о моей работе. Защищает меня. Удивительный человек. Удивительный человек. Чай скоро? Сейчас, сейчас, мама. Ой, это смородина. Девочки, откройте. Он в тебя влюблен, да? Не говори, пожалуйста, глупостей. Можно? Пожалуйста. Прости. А где же Марина Сергеевна? Я сейчас, сейчас. Это я из-за Павлуши задержалась. Он рассказывал об очень интересном человеке. А кто же, если это не секрет? Инженер Лобанов, Андрей Николаевич. А, видел его сегодня. И даже слышал. Так вы были на техсовете? Интересно, расскажите, как это все там было? Правда, замечательный человек? Возможно. Что вы говорите так неопределенно? Я слышал от Танкова другую характеристику. Юрий Ильич знаком с ним? А что он говорит? Он почему-то считает его самоуверенным и, как бы это сказать, не очень способным. В общем, шефа на эту тему завести легко. Как странно, что об одном и том же человеке могут быть такие разные отзывы. Диалектика. Она еще в институте осложняла мне жизнь. Бедный ты мой. А Виктор что же? Он-то все и подстроил. Ох, каким из себя идиотом чувствую. Даже не верится. Как ты завтра вечером? Свободен? Я больше так не могу. Эти встречи урывками. Это чужая комната. Неужели ты сама не видишь? Какая-то грязь. Опять неблагодарный ты человек. Иди сюда. Андрей, ты слышишь? Ну ты что, боишься меня, что ли? Я не хочу, чтобы ты смотрела на часы. Я перестал понимать, кому ты лжешь. Мужу? Мне? Почему ты не хочешь развестись? Да. Перестань юлить. Чего ты боишься? Да, я боюсь. Худая, хорошая, но у меня есть семья. Чем они виноваты? А с тобой? Кто знает, как у нас получится, если я уйду к тебе? Нет. Нет. Так нельзя рубить смаху, Андрей. Завтра же приду к твоему мужу и объясню ему все. Ах, ты можешь мне испортить жизнь, не только. Мы же нашли друг друга, любим, встречаемся. Разве тебе этого мало? Я-то ведь не жалуюсь. Знал бы ты, как мне тяжело врать. Вот я и не желаю этого вранья. Я же люблю тебя. За что ты мучаешь меня? Не понимаю я такой любви. Не понимаю. Может быть, ты решишься, Ри? У тебя пуговица висит. Да я пришью. Но тебе пришивать плохая примета.
крепко пришита. Ну так, я пойду. Будь счастлива. Президент Академии сказал мне... Попрошу еще раз. Пожалуйста. Где же моя шпаргалка? Может? Пожалуйста. Наше исследование, я вижу, подвигается. Я очень доволен, Майя Константиновна. Я очень доволен, Майя Константиновна, что наше содружество подарит в скором времени нашей советской энергетике новый прибор. Благодарю вас от имени радиослушателя, Юрий Ильич. Стоп. Пожалуйста. Мы бы сделали больше. Но нас задерживал трансформатор. Позвольте. Я видел здесь... Ну что ж, подходит. Это нельзя трогать. Это макет-локатор. Майкенсен, прошу вас спросить у Андрея Николаевича, может быть, он будет так любезен и предоставит нам трансформатор. Но... Ведь он ему теперь не нужен. Надеюсь, вы не возражаете? Ну, пожалуйста. Президент Академии сказал мне... Попрошу еще раз. Пожалуйста. Где же моя шпаргалка? Валяйте, валяйте. Берите. Андрей Николаевич. Чего же вы стоите? Или вам еще что-нибудь нужно? Ну вы это в таком тоне. А вам мой тон нужен или трансформатор? На все рукой махнул. Но почему ты статью не написал? Статью. Вот три журнала. Отказ. Отказ. И вот отказ с комплиментами. Не печатают, значит, боятся. Значит, в открытую бороться им нечем. Тебе самому не противно бодрые слова выкрикивать? А что ж по-твоему? Караул кричать лучше. Нет, дело надо делать. А что ты сделал для того, чтобы улучшить положение? Кто я? Да, ты, парторг. Все получаешь, доказываешь, уговариваешь, а нас тем временем бьют. Бесполезный ты человек. Постой, постой. Не возражай, если я не прав. Что думаешь, я не знаю, что у тебя в парткоме с Долгиным чуть до драки не дошло? Знаю. А толку-то что? Вот то-то и оно. Может, я и впрямь не гожусь? Что? Скушали козлика серые волки? Нет, хрен, брат, скушали. Товарищ Лобанов, к главному скорее. Я, как член редколлегии, ознакомился с вашей статьей. Профессор Танков возражал против нее. Но мне кажется, что это зря. Так вот, считаете ли вы возможным приступить к разработке локатора для электросети новых океанских кораблей? Андрей Николаевич, подтвердите, пожалуйста, товарищам морякам, очень настойчивым людям, что мы еще пока ничем не располагаем. Мы можем принять такой заказ.
Конечно, товарищ полковник, это связано с риском. Но если бы всякий риск удерживал инженеров... Там, где можно, надо избегать риска. А за счет чего? Отказавшись от заказов. Давайте так договоримся, товарищ полковник. Мы со специалистами обсудим предложение Лобанова. Ну и на днях дадим вам окончательный ответ. Боже мой, какая осторожность. А какая ответственность. Матвей Семенович! Грех в такую погоду в комнате сидеть. Идемте на озеро. Ой, не искушайте. Мне рукопись всучили на срочный отзыв. Ну, это у вас много времени не займет. Читал сей опус. Значит, чепуха, говорите. Да, так можете написать, не читая. Купить цветочки, свеженькие цветочки. Ой, черт. Купить цветочки, молодой человек, смотрите, какие цветочки. Ой. Пожалуйста. Хорошенькие. Свежие. Спасибо. Спасибо. Гражданин, цветочки не хотите? Матвей, тебе же нельзя курить. К тебе пришли. Ну, извинись за меня. Ну, придумай что-нибудь. Скажи, что у меня грипп, тиф, что угодно. Он уверяет, что ты его ждешь. Какой-то Лобанов. А, ну, зови, зови. Работа оказалась интересной. Да, пожалуйста. А вот и автор. Андрей Николаевич Лобанов. Берегись, Юрий Ильич. Ваш метод в опасности. Признаться, не думал, что Андрей Николаевич после такого провала на техсовете будет настаивать на своем. А я вот не думал, что наш техсовет совет тех, кто боится новых идей в технике. Прошу к столу, пожалуйста. Андрей Николаевич, вот там есть свободное место. Матвей Ильич, у вас усталый вид. Повлияйте на Матвея, Юрий Ильич. С таким здоровьем его посылают по заводам. Зиночка. Неужели непонятно, как надо беречь таких людей? Вынужден не согласиться с вами, Зинаида Мировна. Наша задача, задача ведущих ученых страны, поднять сейчас технику на грандиозную высоту. К сожалению, это не всегда находит сочувствие среди представителей техники. Ну нет, почему же? Сочувствие не находят только те, кто поднимает на грандиозную высоту себя, а не технику. Андрей Николаевич, передайте, пожалуйста, фрикасе. Мне жаль вас, Андрей Николаевич. Вы стоите между наукой и техникой. Смотрите, не сядьте между ними. Удобно сесть, это еще не главное в науке. Матвей, оставь в покой горчицу. Тебе же нельзя ничего острого. У вас удивительно милая морщинка над бровью, когда вы задумываетесь. Мне как-то не понравился сегодня Юрий Ильич. Почему сегодня? Не потому ли, что вам понравился Лобанов? А вам нет? Это чего же? Высок и громогласен. Скажите, это правда, что после аспирантуры вам пришлось пойти на производство? Почему пришлось? Меня никто не заставлял. Вот как? А как же вам удалось договориться о кандидатской ставке? Никак. Ну, вы же теряете на этом рублей 700. Мне работа интересна. А-а-а.
Мне посоветовал к вам обратиться Григорьев. Пожалуйста. Нужно сконструировать переключатель для моего прибора. С удовольствием помогу. По совместительству или трудовым соглашением? Что? Я могу оформиться на полставки. Ну, я думаю, это вопрос не первой важности. Вы энтузиаст. Сразу видно, что вы ученик Панкова. О чем вы говорили с Лобановым? Он просил меня помочь ему. Ну, я, разумеется, отказался. Я слышал, как вы отказывались. Предложил нам условия получше, вы бы мигом завиляли хвостом. Как он смеет так разговаривать с вами? Пойди сюда. Не смейте отвечать ему. Давайте сейчас же уедем. Я вам все объясню потом. Марина, Марин... Юрий Ильич, уверяю вас, я... Вот что. Свяжите завтра с Лобановым и обещайте ему сделать все. Хотите розу? Спасибо. С каких это пор за билеты расплачиваются розами? И вы на этом поезде? Если я мешаю? Да нет. Пожалуйста. У нас с вами какое-то одностороннее знакомство. Вас Мариной зовут? Какие яркие. Кажутся красивыми. Вы тоже любите смотреть на огоньки? Ведь есть же где-то свой, который горит для тебя. И как же вы думаете его найти? Закройте, пожалуйста, окно. Дмитрий Алексеевич, прошу, присаживайтесь, пожалуйста. А я поброжу маленько. Ну, прежде всего, признавать, что у вас происходит с проектом инженера Лобанова. Это любопытный проект, весьма любопытный. Он касается... Я знаю, чего он касается. А почему он замерз, если он такой любопытный? Видите, товарищ Савин, я уже обжигался на проектах, которые казались мне весьма любопытными. Огромные деньги. О, неужели спокойной жизни захотели? Вы же спокойной жизни, когда вы меня сейчас в бюрократизме обвинять начнете. Вот были у меня здесь моряки. И ругали вас самыми последними словами. За то, что вы не хотите делать прибор Лобанова. А был профессор Танков. И этот ваш, как его, Потапенко... Тоже ругали вас самыми последними словами за то, что вы хотите делать прибор Лобанова. Ну, а на самом деле, вы хотите или не хотите? Проект вы изучили? Конечно, изучил. Ну и как, по-вашему, он реальный? По-моему, реальный. Да? И профессор Григорьев так считает. Григорьев? Да, я с ним консультировался. Ну, зачем же делать там? Понятно. Отвечает тот, кто разрешает, тот, кто отвергает, не отвечает ни за что. Вам приходилось сталкиваться с такой, с позволения сказать, точкой зрения? В общем-то, бывает, случается, что рассуждает именно так. А вам не кажется, что это преступление? Тормозить новую технику, чтобы избавить себя от лишних забот?
товарищ Савин, ну как же тут быть, когда такие научные авторитеты, как Танков и Григорьев, высказывают диаметрально противоположные мнения? На то вы и главный инженер, чтобы разобраться. Трудно. А кто вам сказал, что руководить легко? Кстати, есть ведь еще одно мнение. Чье? Ваше. Ох, Андрей Николаевич, и напьюсь же сегодня на радостях. Этот Григорьев, ну просто молодчинище. Да, прелестный, прелестный отзыв написал. Братцы, надо будет завтра же у Майи наш трансформатор отобрать. Рано нас хоронить-то вздумали. Да-да! Не ждали. Да, по правде сказать. Я сам от себя не ожидал. Здравствуйте. 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 О! Решил заняться вашим переключателем. Сколько? Что сколько? Платить сколько? Вы, оказывается, злопамятный. Я был тогда не в духе. Ну что ж, добро, или так. Вот все расчеты. Да зачем же? Неужели мы сами не сумеем? Сумеете, конечно, но я это сделаю гораздо быстрее. Только у меня это единственный экземпляр. Хорошо, что предупредили. Я человек рассеянный. Не бойтесь, шучу. Может, останетесь? Спасибо. В следующий раз. Скажите, это дама, которая была тогда с вами. Андрей Николаевич. Да ждем, ждем, ждем. Проходите, пожалуйста, ждем. Так через несколько дней я вам позвоню. Слушай. Ну, мы вас ждем. Андрей Николаевич. Андрей Николаевич. Борисов. Приходите скорее. Да. Вот и погуляем сегодня. Вы как-нибудь больше двух рюмок допили, а? Что? Ну, формулировка невиннейшая. Сокращение штатов. Придрались к тому, что у него нет диплома о высшем образовании. Да какое это имеет значение, черт побери? Он любого инженера... Ну, что ты на меня орешь? Ты это Долгину объясни. Что случилось? Павел Сергеевич, в общем, вас уволили. Я так и знал. Павел Сергеевич, садитесь. Павел Сергеевич. Да что мы вас защитить не сумеем, что ли? Вы до смешного не разбираетесь в людях. Лобанов переманил к себе вашего брата для того, чтобы припугнуть начальство. Не мешайте работать. А когда сторговался, ему разрешили делать свой прибор, он попросту пожертвовал Павлом Сергеевичем. Нет. Я не знаю, смеяться мне или плакать над такой наивностью. А, кого я вижу? Здравствуйте, Андрей Николаевич. И вы здесь? Рекомендую, моя помощница. Да, кстати, что у вас там произошло с Рингольдом? Я спрашиваю, потому что Марине Сергеевне, как сестре Павла Сергеевича, это не безинтересно. Пока ничего хорошего сообщить не могу. Хоть пока и то хорошо. Ну, Андрей Николаевич, зная о переключателе, беспокоитесь. Да-да. Бейте, режьте меня, не готов. Вы же обещали. Ну, не всякое обещание удается выполнить, сами знаете. Ну, раз у вас так горит, бросаю все и полностью даюсь переключателю. Да нет, сами сделаем. Зачем же так? Давайте тетрадь. Тетрадь? Тетрадь. Кажется, она у меня дома. То есть, как кажется? Я же вас предупреждал, что у меня это единственный экземпляр. Час тому назад тетрадь лежала на столе. Вам это, Марина Сергеевна, показалось.
Я сама держала ее в руках. Занимайтесь своим делом. Где же она? Сейчас же верните. Ну что же, мы с вами драться будем? Я вас просто изобью. Конечно, лошадиных сил у вас больше. Ох, и попадет же мне от шефа. Борисов не звонил еще? Ну, что? Что? Нет еще. Ну, ладно. Начнем без него. Объедение не приборчик. И главное, без варягов. Ну, прекратите. Прекратите играть с переключателем. Только большую задачу решить. Ну, повидал, наконец, Савин. А почему наконец? Ты же знаешь, что он был занят на пленуме. Значит, опять не говорил с ним. Хорошего же она обо мне мнения будет, воображаю. Она? Кто она? Да это я хотел сказать. Ну что ты на меня так смотришь? Да успокойся ты. Савин меня выслушал очень внимательно и сказал, что он сам займется историей с Ренгольдом. Что ж ты сразу не сказал? Ну, вот. Ну как? Все готово. Давно? Ну. Спасибо. Начнем, пожалуй. Вот сейчас выяснится, что все это не к черту. Саша. Алло, я слушаю. Новиков, к телефону. Ну кто там еще? Это уж вам лучше знать. Нет его. Нет его. Нет меня. Его нет. Давай, давай, голубчик, быстренько, быстренько, быстренько. Так, 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 так. Ну еще, 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 еще. Еще немножечко. Так, 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 так. Хорошо, хорошо, хорошо. Расхождение только на 1/100. Ура! Теперь Танков будет иметь бледный вид. Из министерства. Покоя им не дает наш локатор. Ну вот, теперь вдруг, видите ли, теоретические обоснования им понадобятся. А ну покажи. Покажи. То есть, как прекратить? 1 минуту. Да какие могут быть теоретические обоснования, когда схема готова? Что они там ополоумели? Это точно. Ну, не стану же я вас подводить. Семен, ты слушаешь, да? Так вот, схема закончена. А? Испытания? Испытания прошли отлично. Ну, конечно, гарантирую. Ну, слушай, не стану я тебя подводить. Ну, то-то же. Похватились. Да, как говорил Кузьма Прутков, полезно смотреть в корень событий. Эту паутину раскидывать, Танков. Надо поскорее заканчивать локатор. Да что им, Танков? У него на отзыве диссертация, написанная одним сотрудником министерства. Так вот, этот весьма ответственный мужчина
и старается угодить Танкову. Ловко он защищает диссертацию. Ну-ка, покажите, что у вас там делается. Видите? Работает на совесть. Выходит, не зря мы с вами поручились. Ну, что ж, поздравляю вас, Андрей Николаевич. Что с вами? Схему придется разобрать. Зачем разбирать? Какую схему? Ну, не готово, братцы. Любопытно. Я уж в главку доложил. Занятно. Зачем же вы поторопились? А затем, что они собирались распустить нашу группу. И распустят. Доиграешься. В общем, банкет придется отложить. Так. Ну, разберем. А потом что делать будем? А потом снова собирать будем. И доколе? Не знаю. Не мешало бы знать. Пока вещь не станет точной, компактной и пригодной для любого кабеля. И, если хотите, красивой. Андрей, послушай. Ну? Плохих советов я тебе не давал. Угу. Так вот, нельзя разбирать схему. Да ведь это же уродец. Рахитик. Андрей. А мне придется... Андрей, послушай! Пусти, пусти, пусти. Ты не один здесь. С тобой люди работали. Вон нагородили. Вороне гнездо какое-то. Уйду я от тебя. К чертовой матери! А что? В таком случае я тоже. Довольно. Совсем личной жизни нет. Действительно. До пакета еще далеко. Ну, а правда, ну сколько же можно? Только прошу вас, в главк звоните сами. Я за вас больше объясняться не буду. Надоело. Не знаю, Андрей Николаевич. Как все, так и я. Что все? Боюсь, что я тоже буду вынужден отказаться. Вынужден? Все вынуждены. Скатертью дорога. Гадость какая. Марина Сергеевна. Ой. Если вы сейчас же не возьмете у меня взаймы, я устрою скандал на улице. Здравствуйте. Вот увидите, дикий скандал. Здравствуйте. Здравствуйте. Не надо скандала. У нас были, правда, затруднения, но теперь все уладилось. Честное слово. И вы не клянете меня? Не считаете болтуном и трусом? Я ведь до сих пор еще знаю. Я убеждена, что вы делаете для Павлуши все, что можно. Но проводите меня. Я очень спешу. Какой же я осел. Сколько раз хотел было вам позвонить, и все как-то не решался. Думал, что вы меня в штыки встретите. Вы в самом деле хотели позвонить мне? Тысячу раз. Особенно сегодня. Сегодня? Почему? Такой уж день. Ну, как там у вас? В Танковском зверинце. Неужели вы думаете, что я могла там остаться? Как? Неужели из-за моей тетради? Ну вот, видите, и тут я виноват. Да нет же. Ну как вы не понимаете? Я не могла иначе. Ну ладно. Мы еще доберемся до этих гадов. Ну и куда же вы теперь? Уезжаю в Устинскую. Вот как нескладно получается. Именно теперь. Как же это все будет? Что все?
разве нельзя было здесь в городе, что? Некогда искать. Я ведь не одна. Да. Теперь все на вас свалилось. А вы молодец, однако. Правда? В общем, чего греха таить? Действительно, воронье гнездо было. Товарищи, можешь радоваться. Разбираем. А что за место? Устьинское. Не знаю. Жаль. Вот и пойми вас. Братцы, разбирайся. Фу, гора с плеч. Знай наших. Ну, товарищ, это уже свинство. Нашли время спать. Кривицкий. Эй, Кривицкий. Андрей Николаевич. Андрей Николаевич. Я, кажется, нашел. Похоже на то, что это будет недурно. Ах, недурно, ах, недурно. Только жаль, что все это зря. Почему же? Это лень повторять. Так. Потому что Долгин вас терпеть не может. Ага. Потому что Потапенко на вас зол. Да. Потому что Танкову вы мешаете. А самое главное, потому что в нашем учреждении верят только авторитетам. Да, 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 да. Послушайте, Новиков, для мировой скорби у вас слишком румяное лицо. Ну, напрасно вы шутите, Андрей Николаевич. Чипа. Что? Ладно, пусть спит. Ну, я же серьезно. Да, я тоже серьезно. Новиков, вы помните, что говорил Владимир Ильич о таблице умножения? О какой таблице умножения? О самой обыкновенной, 2×2. Он говорил, что таблицу умножения тоже опровергали бы, если бы она задевала чьи-нибудь интересы. А что, разве у нас перевелись уже людишки, для которых всего дороже свои выгоды? Чего же тут удивляться? Да разве я удивляюсь? Я же напротив. И становиться в гамлетовскую позу тут тоже нечего. Вы что, испугались маленькой кучки ловкачей и шкурников? Вы коммунисты, Новиков. В общем, мне нравится то, что вы придумали. Тут только надо кое-что уточнить. Добрым утречком. На круглосуточную переходите или как? С добрым утром. Ну, потом, потом. Подъем! А, и вы за Бальзаком. Любите? Очень. Как все-таки далеки от нас эти растиньяки, честолюбцы, интриганы. Я вас подвезу. Спасибо. Послушайте, послушайте, Майя Константиновна, скажите мне откровенно, что там с Танковым затерло? Ведь все же сроки трещат. Может быть, Лобанов вам мешает? Нет. Он мне не мешал. Да вы не стесняетесь, говорите правду. Где такой фрукт? Сам запутался и другим мешает. Напишите мне докладную, сейчас самое время. Виктор Григорьевич, а чего вы добиваетесь? Не стройте из себя дурочку. Весь Лобанов вам не мешал. Значит, вы сами виноваты. Тогда вас так взгреют, что от вас клочья полетят. Дайте, пожалуйста, мою сумку. Спасибо. Виктор Григорьевич, сейчас в горкоме решили относительно Рингольда. Он вернется в лабораторию. Видите, что вы натворили? Красиво мы будем выглядеть во всей этой истории. Я натворил? Конечно, вы. Зачем вам понадобилась эта дурацкая травля, Рейнгольд? Черт знает, какую грязь развели. И меня втянули.
Нет, Виктор Григорьевич, это не пройдет. Вчера одно говорили, а сегодня другое. Это, знаете, можно доказать. Партии нужны принципиальные руководители. Ну, знаете, не хватает, чтобы мы еще с вами поссорились. Тогда Лобанов окончательно распоясался. Выдержки у вас нет, Виктор Григорьевич. А здесь надо выждать. Чего? Когда он на голову сядет, да? Да. При нынешнем составе парткома ничего сделать нельзя. Либеральный без руки. Вот выберем новый, тогда за все с Лобанова взыщем. Взыщем со всей политической остротой. Ну дайте же, наконец, слово Борисову! Слово имеет товарищ Марченко. Товарищ Толстый, Борисов раньше просил. Борисов дайте просит Борисову слово. Слово. Почему не дают? Товарищ Марченко, теперь я могу за вас сказать. Вам поручили выдвинуть кандидатуру Потапенко. Правильно? Правильно. А вы его хорошо знаете? Товарищ Борисов. Видал. Видал. Товарищ Борисов, я вам слова не давал. Товарищ Долгин вроде как все заранее предусмотрел. И весь состав парткома, и кто кого выдвигает. Подготовочка. Да, подготовка. А вы разве хотите, чтобы собрание наше шло без руля, без ветрил? По воле Божией. Я полагаю, товарищи, вопрос ясен. Нет, не ясен. Интересуюсь. Кто эти кандидатуры подбирал? Собрание готовил партийный комитет. Товарищи, я тоже член парткома. Мы об этом списке ничего не знали. Ни Потапенко, ни Долгина мы не рекомендовали. Вот это здорово! Что же это получается, товарищи? То, что каждое собрание необходимо готовить, это мы и без Долгина знаем. И Долгин же исказил смысл подготовки партсобрания. Он не только не привлек к участию каждого коммуниста, он даже с членами партийного бюро не посоветовался. Это он, чтобы тебя потащил, Потапенко! А товарищи, учтите, мы так не успеем сегодня кончить. Их нашел чем купить. А мы не торопимся. Товарищ Лебедев, ведь это ж получается какая-то анархия. Может, вы выступите, скажете? Все собрание не в ногу, вы один только в ногу, так что ли? Говорите, товарищ Борисов. Дело не в этом списке, а в том, что мы позволили Долгину хозяйничать. Он пытался всем внушить, что он один здесь знает партийные установки, а наше дело тянуть руки по его указке. Потапенко он уживался. Потапенко человек безыдейный. А вот на Лобанова, например, замахивался. Лобанов ему опасен, потому что он подчиняется не указке, а своей партийной совести. А Долгины этого не терпят. Достаточно каждому из нас сказать с трибуны то же самое, что мы говорим, сидя в зале или после собрания. И Долгины никогда не появятся на этом месте. К сожалению, присутствовавший на собрании секретарь нашего райкома недооценил серьезность положения. И на мою просьбу ответил шуткой. Шуткой? Какой же? Ну, в том смысле, что... Все собрание не в ногу, а я молодин в ногу. А на самом деле это было не так? Ведь, товарищ Савин, собрание пошло по неверному руслу. Я считаю, что та огульная и безответственная критика, которую позволил себе... Покажите. Что? Извините, товарищ Савин, я не понял. Да, ваше заявление. Не может быть, чтобы вы не написали заявление. А, да, действительно... Я счел своим долгом. Голобанов, технический авантюрист, хочет доказать свое «я» в квадрате. Главный инженер идет на поводу у идейно невыдержанных элементов,
Борисов идет на поводу. Рядовые коммунисты идут на поводу. Что, собрались? Простите. Да, действительно, получается, что вы один только в ногу. Товарищ Лобанов слышал про вас от моряков. Вы, говорят, вроде полпреда науки на производстве. Что? Полпред — это лицо неприкосновенное, а я... Так вам и надо. Заперлись у себя в лаборатории, как в келье. Товарищ Долгин, куда же вы? Видите, как удачно получилось. Раз уж все собрались, ознакомьтесь, товарищи, с вашим заявлением. Но... Я думаю, что это всем будет полезно послушать. Читайте, читайте. Для выявления фактов технического авантюризма Лобанова, преступно расходующего государственные средства при попустительстве Борисова и главного инженера. Товарищ Савин, разрешите быть откровенным? Разве для этого требуется специальное разрешение? Ну, я понимаю, у вас, конечно, сложилось невыгодное впечатление обо мне. Ну что ж, я действительно виноват. Доверился Долгину. Виктор Григорьевич. Ну, вы-то уж молчите. Вы достаточно показали себя. Жалко, я слишком поздно понял. Ну, я сейчас, собственно, не об этом, понимаете? Создается впечатление, что я затираю Лобанова. А что ж, по-вашему, вы помогали ему? Ну, при чем здесь я? Министерство требует результатов. А Лобанов умышленно тянет. Умышленно? И в конце концов, почему я должен больше верить ему, чем Танкову? Я обязан быть беспристрастным. Так. Видите, товарищ Лобанов, в вашем приборе тысячи людей заинтересованы. А что они знают о вашей работе? Не могу же я, как Танков, сам себя популяризировать. Зачем же себя? Работу, а не себя. Как вы думаете, поможет вам дискуссия? А что? Соберем всех заинтересованных лиц. Угу. И я тоже считаю, совершенно верно, товарищ Савин. Нужна дискуссия, открытая, честная. А что же вы не устраивали, кто же вам мешал? Ну так как, товарищ Лобанов, поможет вам дискуссия? Работа еще не готова, товарищ Савин. Мы сейчас ищем новую схему. Ну, ответьте, боится? Боюсь? Пожалуйста, пусть будет дискуссия. Ловлю на слове. Значит, договорились. Будет доклад Лобанова, а потом бой по всем правилам. Только так можно установить истину. Да, если этому не предшествуют некоторые маневры в стиле вашего помощника. Разрешите мне уйти, товарищ Савин? С удовольствием разрешаю. Я, кажется, достаточно ясно определил свое отношение к долгу. Да, после партийного собрания. А до этого? Ведь вы же с ним работаете не первый год. У меня вызов. От 2 до 4. Что? Ленинград на линии от 2 до 4. Посидите. Это любовь. Что? Теперь так любить не умеют. Это Ленинград, Ленинград! Пройдите в кабину. Алло, соединяю. Слушаю. Хорошо, хорошо. Здравствуйте. Да-да, я получила ваше письмо. Я так рада, что у вас все закончено. Поздравляю. Здесь вам будет очень скучно. Не будет скучно?
Ну так рискните тогда. Дискуссия. Когда? Постойте, постойте, не прерывайте. 15-го. Вы слышите меня? Вы слышите меня? Вот и хорошо, что доклад. Вечером поднесешь им первую ликвидацию аварии. Слушай, мы без тебя, может, еще целые сутки не найдем повреждения. Да испробуй ты, наконец, свой локатор. Подожди, подожди. Дай подумать. Ну? Ну, конечно, поедем. А вдруг это самое? Ну, мало ли, посрамимся. И главное, перед самым докладом. Едемте, Андрей Николаевич. Рискню. 160 метров. Наши измерители совсем в другом месте показали. Сомневаетесь? Черт, Аня, что же это такое? Да это ерунда, как-нибудь помехи. Погоди, 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 Новиков. Андрей Николаевич. Вы заметили? Заметили? На отметке 280 тоже маленький пик. Почему в двух местах? Какой же отметке верить? Надо отказаться, пока не поздно. Слушайте, Усольцев, бросьте смущать наши души. У нас не может быть ошибки. Пойдем. Черт его знает, что там на 280 метре. Легче, фокус. Локатор ясно показывает 160. Поезжайте спокойно на дискуссию. Ладно, только сразу же пришлите протокол. С грустью приходится признать, теоретические выкладки весьма сомнительны, а экспериментальный материал беден. Вот и все, что можно сказать по поводу прослушанного нами доклада. Ничего обнадеживающего Андрей Николаевич нам не сообщил. Прибор не проверен в суровом горниле практики. Да вы не общими словами. Вы скажите точно, что именно вам кажется сомнительным. Если бы прибор был испытан, дискуссия была бы не нужна. Времени для изготовления прибора было более чем достаточно. Но Андрей Николаевич почему-то разобрал уже готовую схему и до сих пор всячески оттягивает практическое испытание локатора. Безопаснее, разумеется, рисовать формулы и схемы на бумаге. Вот именно. Нет, вы покажите все-таки. Покажите, наконец, где тут у меня ошибка. Вы мне позволите проконсультировать Андрея Николаевича в менее торжественной обстановке. Товарищи, что же это? Мы собрались сюда всем, чтобы разобраться в существе вопроса. И профессор Танков... Я думаю, что дальнейший спор бесполезен. Мы, материалисты, знаем, теория без практики не в два. А вся ваша практика, к сожалению, сводится к одному. Опорочить нашу с Майей Константиновной успешную работу. Извините меня за резкость, но совесть моя требовала разоблачить эту некрасивую авантюру. Аминь. Товарищ, как будто желающих больше нет. А я все-таки не понимаю, о какой успешной работе вы говорите, Юрий Ильич. Вы что-то сказали? Юрий Ильич, мы же топчемся на месте. Ну, еще немножко уточним и еще немножко. Извините меня, но я начинаю думать, что нашим методом мы не решим задачи. Задача науки, мой молодой друг, не побивание рекордов, а разумное осмотрительное движение вперед. Именно, вперед. Хотя вы и просили меня не выступать, Юрий Ильич, я вас? Вы что-то путаете. Ваши карты должно быть. Ни с чем не поспорить по существу и все подвергнуть... Андрей Николаевич! Это, извините меня... Приехали. Неблагородно. Это запрещенный прием. Как хорошо, что вы здесь. Андрей Николаевич. Ну. В общем, ничего там не оказалось на 160 метре. Вот протокол. Усольцев, позовите Майю Константиновну. Ну? Позовите. Профессор Танков позорит! Имя ученого. Появился конкурент, так дави его. Уничтожай любыми средствами. За это
Судить надо. Правильно. Зачем он понадобился этой дискуссии? Вам Усольцев рассказал? Поможете? Я знал. Поезжайте, пожалуйста. Поезжайте. Поезжайте. А вы? Я на минуточку задержусь. Андрей Николаевич, только вы не вздумайте сообщать, ведь вы же дадите такое оружие против себя. Ну вот. Они никакими средствами не брезгуют, а вы церемонитесь. Вы же все испортите, Андрей Николаевич. Андрей Николаевич, нельзя это слышать. Где-то я вижу настоящего начальника, из него все-таки не выйдет. Принцип прокатора правилен. Практически не берусь судить, но, во всяком случае, я верю Андрею Николаевичу, а не профессор Танкову. Андрей Николаевич. Товарищи, я только сейчас получил протокол испытаний локатора. Первая наша попытка практически применить локатор оказалась неудачной. Так что же вы нам голову морочили? Вы только не отчаивайтесь. Вы сегодня весь вечер будете дома? Я в 11 уезжаю. А эту дуреху Юрия Ильича завтра же выгоню. Хотите, я с вами поеду? А потом прямо на вокзал. Это хорошо. То есть не очень хорошо. Пойдемте. Повреждение на 280-м метре. В общем, провалился с треском. Андрей Николаевич. Ну, почему не включаете свет? Может, нам все же вскрыть кабель на 160-м метре, а? Зачем? Уже проверяли, кабель цел? Кабель на внешней здоровой. Да земля-то в котловане вроде сдвинута. Думаю, тянула кабель в этом месте землей. Любопытно резануть это самое, а? Я бы резанула. Да, резать здоровый кабель. За это по головке не погладят. Нехорошо. Резаем? Стой! Видали? А? Через 2-3 недели он бы пробился. Значит, локатор показал правильно. Колоссально. Андрей Николаевич. Подождите. Это что же получается? Выходит, наш локатор может определять повреждения, которые только еще... Будущее повреждение! Ну, брат! А Любовь на пять опоздал, только завтра узнал! Вы понимаете, редчайший случай. В кабеле 2 повреждения. Локатор показал ближайшее. Я опаздываю. Андрей Николаевич! Кто это? Не знаю. Ничего. Стой! Я так счастлива. Видите, как все отлично. Какое все отлично? Машина. Впереди еще миллион опытов и тысяч комиссий. Осторожно. Братцы, на Балтийский вокзал. 6 минут до поезда. У нас только одно место свободно. Пожалуйста. Где же ваши 6 минут? Гражданин, что же вы нарушаете? Друг, дай закурить, а?